Завершает первое отделение концерта произведение вне конкурсной программы. Эдуард Кипрский, Россия. Аве Мария. Исполнители. Лауреат международных конкурсов Мария Веретенина, сопрано. И лауреат международных конкурсов Константин Волоснов, орган. We end the first part of the concert with the out of competition piece. Эдуард Кипрский, Russia. Ave Maria. Performed by the laureate of international competitions, Мария Веретенина, soprano, and the laureate of international competitions, Константин Волоснов, орган. Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые члены жюри и организаторы конкурса «Новые классики». Меня зовут Эдуард Кипрский, мне 34 года, я из Санкт-Петербурга, являюсь студентом 5 курса композиторского факультета Санкт-Петербургской консерватории. Я уже окончил консерваторию как пианист и продолжаю свое обучение на композиторском факультете благодаря резидентскому гранту. Я работаю в Мариинском театре по должности артиста оркестра, солиста группы клавишных инструментов. Как известно, группа клавишных инструментов представлена не только фортепиано, но также такими инструментами, как челеста, клавесин и, конечно же, орган. Поэтому я могу воочию соприкоснуться с золотыми страницами органных соло в оркестровой музыке, таких как симфоническая поэма «Манфред» или великолепное соло в опере «Орлеанская дева» Петра Ильича Чайковского. Сочинять музыку для органа я начал сравнительно недавно. Из сочинений, которые следует отметить, это «Размышления», трио для органа, ханга и арфы, а также вокальные сочинения для голоса и органа. Одно из таких произведений как раз сегодня прозвучит. Это «Аве Мария». В ранний период своего творчества, когда я позиционировал себя преимущественно как концертирующий пианист, я писал исключительно вокальную музыку. В период моего обучения в Германии, в высшей школе музыки, я имел честь учиться у знакового пианиста сегодняшнего времени Бориса Блоха. Я очень полюбил немецкую поэзию и написал несколько вокальных циклов, но и стихи поэтов немецкого романтизма. Теодора Шторма, Эдуарда Мёрике, Генриха Гейне. Продолжая тем самым традиции великих классиков, любимых мною Франца Шуберта, Роберта Шумана и Гуга Вольфа. Сегодня я больше ориентирован на симфонический оркестр, пишу также для камерных составов и обогащаю свой композиторский багаж сочинениями для органа. Я хочу от всей души искренне поблагодарить членов жюри за их выбор. Это огромная честь для меня, что мое сочинение прозвучит в зале Московской консерватории, в настоящем храме музыки, не побоюсь этого слова, святая святых. И хочу пожелать удачи организаторам конкурса «Новые классики», пожелать им процветания, новых творческих рубежей, новых творческих высот. А моим дорогим исполнителям Марии Веретениной и Константину Волоснову творческого вдохновения. Большое спасибо.